Если хотите удивить своих вторых половинок, то вы попали именно в то видео, которое вас сделает тем, кем вы желаете предстать перед своими вторыми половинками. Нам понадобятся картонные бумаги, плотные, либо же разноцветные картоны. Я взял обычную картонную бумагу, то есть она плотная, формата А3, и вырезал квадраты 10 на 10 сантиметров в виде открытки одна и вторая двухсторонняя, то есть двухслойная. Из них потом я создаю сердечко. Мы для этого можем использовать подручные средства. Карандашом рисуем так, чтобы сердечки были внутри расположены в таком виде, в пружинном, чтобы в конце они вышли. Поэтому я рисую сердечки внутри, сердечки, сердечки, сердечки. Можно простым карандашом, можно ручкой, но чтобы так особо не выделялись. Я решил карандашом, потом все помарки, чтобы можно было убрать, я убрал стиралкой, то есть пластиком. Вот на этом видео как раз это видно хорошо. Потом вырезаем ножницами форму. Как видите, они остаются слитными. Итак, вот на этом видео я рисую прямо акриловыми маркерами красным цветом. Вы можете брать разноцветный картон двухсторонний, чтобы удобнее было. Я хотел другого эффекта добиться, и у меня это получилось. С одной стороны у меня будет красная, а с другой фиолетовая, светло-фиолетовая. Я до конца не вырезал, чтобы было красить удобнее. Но потом все равно пришлось вырезать полностью форму сердечки и докрашивать с другой стороны акриловыми маркерами. Маркеры у меня были хорошего качества, поэтому проблем не вызывало. Советую вам взять разноцветный картон, чтобы облегчить задачу. Но я не из тех, кто ищет легкие пути. Мне понравились мои цвета маркеров, и я решил сделать так, чтобы и жене было приятно, и мне было приятно, ну и вам, чтобы вы подумали, что можно еще сделать красивее. Вот мы уже видим, как я и с другой стороны крашу фиолетовым цветом, можно сказать, розовый даже пусть будет. Здесь же на открытке я уже крашу обычными маркерами сердечки и точки для увеличения эффекта. Потом надо их сердечки эти против, друг напротив друга приклеить с каждой стороны. Как мы видим, у меня они ложатся друг против друга, одна справа, одна слева. Но надо, чтобы эти спирали совпадали. Я их перевернул, когда вырезал. Вам тоже надо будет это иметь в виду. Внутренние сердечки потом нужно будет еще склеивать. Но мы до этого доберемся. Сначала снаружи то, что видно, просвечивает. Их можно подкрасить тоже с другой стороны маркерами. Получается очень довольно-таки приятная штуковина. Потом клей карандашом. Клеим сердечки с двух сторон и отпускаем. Как мы видим, получилась красота.